Фотовыставка Юрия Захарова «Птицы в городе» открылась в Новосибирском художественном музее. Героями снимков стали пернатые жители мегаполиса – чайки, синицы и лебеди. Тему продолжит Кира Воинцева. Камера, пакет семечек, и можно начинать фотоохоту. Юрий Захаров признается, многие снимки получились случайно. Птицы влетели в кадр сами. Хотя порой приходилось часами ждать, чтобы лебедь расправил крылья или приплыл в нужную точку. Да вы знаете, как-то вот так оттуда видно позыв был. Потому что раньше я как-то действительно к этому был достаточно равнодушен. Но замечал я, правда, за голубями, что они красиво летят. Да, еще вы не знаете, они раньше были игровые, там, потом из этих голубей стали про мир что-то там. А вообще по сей день я вот смотрю, они хорошо, красиво летят. Вот это как бы толчок. Юрий Захаров был фотокорреспондентом в профсоюзной газете, снимал для «Вечерки» и центральных изданий. Его работы занимают призовые места на всероссийских конкурсах. Меня покоряет в его творчестве именно теплота отношения к природе. Вот он ее с любовью видит, эту природу, и умеет подмечать какие-то такие факты, ну, которые, ну, вот эта же стена с синичками, ну, этих синичек мы наблюдаем много-много раз, но вот так любоваться, да некогда нам. На выставке представлены работы последних 3 лет. Художник мечтает издать книгу с фотографиями из новосибирского зоопарка. Кира Воинцева, Александр Егоров, новости УТС.